Кукареку, блядь. Слушай, я же заказывала салатик. Ты что принёс, ублюдок, чёрт, ну, мать твою? Ладно, я сам съем. Нифига ты дерзкий! Что? Давай. Давай скажем, почему ты петушок. Нет, ну блин, я петух, потому что я кукареку и... Короче, сегодня мы займёмся... порнографии. Мы едем снимать порнуху, и там будет такой мы стрим, на самом деле едем играть в тир. Нет. Вот вы его не слушайте. Ну цыпленок, девушка. Что еще нужно для хорошей порнухи? Ну блин, это... Вот давай построим мне сюжет. Интересный сюжет. Короче, сюжет такой. Я буду стоять возле машины, типа курить. Ко мне подойдет петушок с едой. И скажет, типа, вы заказывали еду. Ну вот примерно как сейчас. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Вадя, Вадя, я почти доехал. Я не вижу тебя. Я этот. Ой, а где тут вход? Вход? Где вот вход? Как раз таки там, где я, там, где и вход. А о, вот я тебя не вижу. Я тебя вижу. Ой, тихо-тихо. Оп, неждан. Ой. Ну, водитель я так себе, скажем. Тихо, нежно. Тер! Ой. Сорян. О, тихо. Вова, стой! Вова, стой! Стой, твою мать, Вова! Ой. Мне показалось, Вова в другое измерение провалился, когда упал со ступенек. Не, вон он. Пошли, короче, отстань от Вовы. Вова в настроении. У регистрации на стрельбу. Смотри. О! Нифига я симпатичный! У тебя сколько? Ой. У меня два. Слабоватенько, Вадя. А у тебя? 12. Ни хрена себе. Да. О, все. Слышь, го, короче, хард режим такой. У тебя сколько вот баллов? Да, давай. А, я не помню, 6, 5. А у меня 20, ладно, давай еще раз. Давай высокий режим, да? Комбинированный давай. Блин. Ну ладно. Я высокий уже поставил. Высокий. Что это за фигня? Почему какие-то звездочки летают? Ай, я упасть не могу! Это слишком хардкорно, у меня рука устала. Слишком просто. Может, хватит? Нет. Короче, мне надоело. А ты не сможешь прекратить. Стреляемся, да? Пошли.
умри! О! We were the champion! Где ты здесь военную базу видишь? Вон там, вон. Тихо. Это военная база, парень. Это военная база, тихо. Да не стреляй ты в забор, забор урона не наносится. О, вон, ты. Ой, давай, стреляют уже, стреляют. Ты готов на второй круг? Да. Зараза, по колесу попал. Ой, Вадя, бежать, Вадя, бежать. Я не успею. Я не могу выйти. Лошара. Вадя, нихера ты загорел, подкачался. Еще и цепь золотой купил. О, я нифига. Накололся, короче. Ой, наркоман. О, смотри, с груз 3, стреляй по нему. Я не знаю, зачем стреляю. У меня нет пистолета. Ой. Ты их убил. Я случайно? Кто ж знал, что я попаду? Йоу. Вот это, мелодия. Может, к метам заскочим? О. Нет. Ладно, окей. Слушай, они нас помнят. In my father R1, I got a sun trip on the sun. I'm a hell hill is done. I got a sun trip on the sun. Yo! I and my father R1. Вадя, мы перевернулись. Я заметил. Как это вообще произошло? Я просто по дороге ехал прямо. Я понятия не имею, как это получилось. Let's make the feeling moment last forever. So tell me what you are waiting for. Нет, я не помню, как там поется. Сейчас. Гейская песня, чувак. I feel like it's coming on. I do strong, get to the feel it scroll. Give me the tree, the light. Sell your soul to the eye. Free my walls all around, there's no color to be found. Talk my heart, stole my dreams, told me I am all machine. I'm breaking here, I'm telling this, all is broken. Здравствуйте, Вадим. Алло, Вадим, вас плохо слышно. Don't touch me, I'll sue you myself. Вадим! Здравствуйте, Вадим, я из канала Говно Новости, я хочу взять у вас интервью, поскольку вы такой черный, и вы подходите под цвет нашей газеты. Вадим, вы мим, вы изображаете... Или вы высунули руку, чтобы, типа, словить попутный ветер? Вадим, садись! Бегу! Быстрее, я не могу! Отойди, я не могу сесть! Я сел, все. Я уже боялся, что она уедет без нас. А смотри, мы реально поднимаемся, ты глянь. Слушай, я... Ты сейчас упадешь. Нет, это ты упадешь. Нет, ты у меня дергаешься. Ты у меня тоже, но это так, это баги GTA. Ну ладно, я присяду. Вадя, смотри, мы летим. Вадя, это горнолыжный спорт, и он бесплатный. Кинь сюда, любой может подойти и покататься. А ты уверен, что он бесплатный? Да. Кто тебе об этом сказал? Ну, ты-то сел на халявное место, ты ж денег не платил. О, смотри, олимпийский знак! Короче, выходим, там еще одну надо сесть. Го, короче. О, да. Еще выше, офигеть. Го, смотри, короче, вообще. Нифига, я хочу пописать с этой высокой. На верхнюю сторону. Мечта любого человека. Я хочу пописать с высокой горы. Так, ты у меня там интервью брал. Да, продолжим. Скажите, пожалуйста, почему у вас такие татуировки, и что значит они, ну, что они значат, и откуда у вас деньги на цепь? Ведь я знаю, что вы из бедного района, где буквально за буханку хлеба готовы были отгрызть зубы.
почему вы показываете фейспалм? Жаль, это настолько глупые, блять, вопросы. Эй, парень, рукоблудство! Я все еще при оружии. Сэр, положите свою руку на писюн, иначе я буду стрелять. О, приехали. О, я не могу выйти! Я не могу выйти! Я... Что? Пробел я нажми. Что за бред? Я нажимал пробел, мне не получалось, все. О, смотри, с нами хиппи. Да, я вижу. Здорово, хиппи. Слушай, тут хиппи штырит. У него, короче, ноги... У него ноги растеклись, а не этот. Они как жидкость. Они под конец растеклись. Куда мы приедем, интересно? Не знаю. Тихо, нежно. Мы почти приехали, тихо. Пипец вас канаёбит у меня. Я просто не могу передать словами, насколько сильно. О, все, тихо, тихо. Давай посмотрим, как тут мирно и спокойно, душевно можно отдохнуть. Посмотри, посмотри на эти полигоны, на... Посмотри на эти текстурки, это... 10 посмотри на это небо, это вообще... Ты смотри, да текстурки с небом, PNG. Это текстурки PNG, ребята. Это мыло. 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 Эти текстурки весят 12 килобайт. Вадя, Вадя. Хорошо. А, блин, а как мне ехать? А, стопски. Вадя! А, нет, это чтобы сдать комплект. А как нам ехать? Вадя! А, я еду! Я тоже. Вадя, ты посмотри, я штырен, я самый... О, да, детка. Ты куда там поехал? Ты почему по горам катаешься на лыжах? Ты что, ублюдок, что ли? Ну, как бы горы для этого и нужны, чтобы по ним кататься. А, ну да, конечно. Я сейчас на, самую высокую точку, короче. А-а-а, я с нее падаю. Нет, я с нее падаю. Я покорил сам. Это было опасно. Согласен. О, смотри, смотри, смотри. О, го, короче, этот. Что у тебя с руками? Не знаю. Почему ты палки несешь? Что за джедай, мать твою? Это как будто, знаешь, эти палочки для суши только. Пиздец большие. Мы, короче, на самой верхней точке мира. Да. Смотри на эти облака. Ты посмотри на эти облака. Давай, короче, как настоящие экстремалы спустимся на лыжах с горы. Да, сейчас, секунду. Я хочу поставить максимальную дальность прорисовки. Ты готов? Подожди, дальность обзора, во! Что-то ничего не изменилось. Ты готов? Да. А ты знаешь, куда ехать? Вниз. Ну давай, на счет три. Раз, два, три. Я представляю, как это со стороны выглядит. Смотри, смотри, та-та-дан-та-та-та-дан! Та-та-дан-та-та-та-дан! Та-та-дан! Та-та-дан! Та-та-дан-та-та-дан! Как-то это странно, тебе не кажется? Это... Да нет, она, рачок, спаку... Я даже умудрился упасть как-то. Лол. Смотри, смотри, смотри! Я, короче, по дорожке поеду. В смысле по дорожке тут это, спускаться экстремально, спортом? Вся херня! Йоу! Йоу! Я умер! А, смотри. О. Смотри, что творю. О, это рыцарские поединки, знаешь, такой, типа, с копьем такой. Ой, я слетел с велика. Я тебя ударил? А, нет, все. Там-та-дам-там-та-дам-та-дам-та-дам. Я тебя просто проткну копьем. Так я тебя тоже хочу проткнуть, тихо, стой. Это рыцарские поединки, бои, баталии. Смотри, смотри, что творю. Вот так, боком есть, это вообще идеал. Я в курсе, да. Ладно, окей. Давай соберемся. Я в тебя впечататься пытаюсь. Не, давай мы будем мужиками взрослыми, короче, и смотри. Ага, смешно. Все, тихо. Ты готов? Смотрись. Да. Ну, короче. Мы приглашаем вас посетить горнолыжный курорт на сервере Orange Advanced Role Play или что-то там такое было. Просто РП. Да, йоу, ехать там можно. Так вот, и мы заканчиваем, мы прощаемся с вами. Стой! 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 Назад. Стою. Назад.
Вот так. Ты хочешь спрыгнуть первым? Не, да. Давай лучше смотри, я буду лететь, и ты будешь смотреть, как и я падаю, и сам прыгнешь. А, ладно, короче, так, все, я всех пригласил, все знают, как доехать. Ой, там, стой, GPS, я поехали! Там-та-дам. Там-та-дам-т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 ам-